Ну что, всем привет. Короче, смотрел сегодня новости российские, и там рассказывали о очередном трэш-блогере, который, ну, то ли пьяный, то ли вообще такой по жизни. Что-то говорил там за Украину, там, ну, по поводу буквы Z нехорошая и так далее. Ну, в своем стриме. И через несколько часов к нему вломились силовики, арестовали его, там, маму его там по матери обложили. Ну, это ладно, как бы. Просто я хотел сказать о том, что началось то самое, что было и, ну, 30-е годы и так далее. Нет, я не про то, что там расстрелы и все такое, а про то, что люди занимаются ерундой вместо работы. Это, вы знаете, я как-то читал историю о том, что на Западной Украине и Белоруссии десятки людей были расстреляны по решению суда. Вот. Ну, сразу после, там, когда там, в 39-40 годах, за то, что они были признаны кем? Японскими шпионами. То есть вот силовикам больше нечем было заняться, они не занимались реальной работой, а просто хватали людей и приписывали им всякую фигню. Да, этот трэш-блогер, конечно, что-то там нарушил из новых законов, которые, кстати, все противоречат нашей Конституции. Но эти силовики, они при хороших зарплатах, при будущих пенсиях, при погонах, там квартиры им дают, любят их всеми. Вот. А они вместо того, чтобы ловить реальных людей, которые устраивают поджоги, там, взрывы, там, я не знаю, наркотиками торгуют, бандитов, они вот занимаются, сидят в чатах и ловят таких вот чуваков. Потому что это очень просто. И поймать их легко. Только толку никакого в этом нету. И в таком количестве силовиков, которые занимаются херней, тоже толку нету. Этих людей надо увольнять с позором, потому что они занимаются не своей работой, а вот таким вот, ну, погоны себе ищут. Я не говорю, что они лучше тех, кто подкидывает наркоту, кто там оружие подкидывает, еще всякой фигней занимается, провокациями. Это все те, кого надо увольнять с позором, лишать пенсии, лишать званиями, потому что они позорят нашу страну, позорят свои органы там и так далее. Не знаю, почему с ними не разбираются свои же, потому что реально они позор для силовиков. Вот так вот.